Хочу представить вам настоящий британский шик. Вот такое скромное, но в то же время, насколько оно элегантно, настолько оно и аристократичное платье. 1490 рублей. Зато цена демократичная. 87-325 номер лота. Платье с завышенной талии. Ну и, конечно же, прежде всего, меня интересует прекрасная длина и фасон. Фасон здесь это самое интересное, пожалуй, то, что хочется рассматривать. Ну, мы обязательно поговорим о нем, но пока мы крупно видим ткань, то есть ткань, которая мне напоминает такой вот, ты знаешь, благородный английский костюм, вариант. Такой вот твид. Ну, конечно же, это имитация, но тем не менее, посмотрите, насколько она искусная. Платье очень, благодаря этой ткани, мягкое, струящееся, очень комфортное, очень уютное платье. Каждый день будете ходить и будете радоваться. Плюс, если уже о ткани говорим, то в составе у нас есть вискоза, а вискоза это очень благородный, приятный материал, который действительно будет давать дыхание вашему телу и не будет вот таких вот вариантов, когда мы надеваем синтетику и чувствуем себя некомфортно. Здесь совершенно по-другому. Итак, смотрите, у нас есть два цвета. То, что вы видите на вешалке вот здесь, это коричневый, и сейчас на подиуме появится фиолетовый. Прекрасное цветовое решение. Темные, даже, можно сказать, нюдовые, я права? Да, ну, нет, ну, нюдовые не совсем, от слова, да? Нет, не совсем. Нюдовые от слова нюд, то есть голый, то есть такие бежевые оттенки. Этот цвет действительно больше меланжированный, то есть ты права, это не остро-фиолетовый, это такой разбеленный слегка цвет. Завышенная талия, давайте поговорим о посадке. А вот зачем сейчас мы видим на фигуре, да, идеально сидит платье. За счет того, что здесь завышенная талия, Наташ, конечно, все женщины мечтают о бесконечно длинных ногах. Да. И вот здесь мы эту мечту просто превращаем в явь. Мы с вами видим, вот как красиво драпируется из-под груди наше платье. А ведь это очень важный момент, потому что я сейчас объясню, я сейчас подойду к Алене и скажу вам вот следующую очень важную вещь. Смотрите, у нас не просто завышенная талия. Талия начинается именно под грудью. Это самое тонкое место. Даже если у вас талии, в принципе, нет по природе, то вот здесь, делая талию завышенным вариантом, вы получаете более утонченный силуэт, потому что вот под грудью тоненько у всех абсолютно. Сейчас я хотела бы замерить длину, Наташа, чтобы наши женщины понимали, что они могут заказать платье и получить комфортную длину, практически миди, это то, о чем я говорила. А я хочу сказать быстро о размерах. С 50 по 56 сейчас есть размеры. Пока что все в наличии, поэтому звоните, не задумываясь. 111 сантиметров. Очень хорошая длина. Да. Хорошая длина, у Алены очень высокий рост. Но при всем при этом, посмотрите, у нее хорошо закрыты колени. Я рекомендую это платье не только молодым девушкам, но и женщинам постарше, которым есть что скрывать. Вот. Благодаря именно длине и благодаря удачному фасону. Слушай, Надюш, а вот чем у нас оторочена талия? Да, ты обратила внимание, да, действительно. Это кидается в глаза на самом деле. Да, смотрите, у нас вот по центральной части мы видим красивые эффектные пуговки, которые напоминают вот такие мини-броши, и им как бы под стать подобрано кружево, практически вечерний вот такой декор. Очень красиво. Мерцает, переливает наши пуговки, плюс кружевное украшение, некая такая кружевная волна, которая обнимает нашу Алену. А на кармашках то же самое, да, я смотрю? Да, давайте вот посмотрим. Это да. Вообще сочетание твида и кружева, это всегда было интересно, это всегда по-новому смотрится, потому что совершенно разные фактуры, согласись, твид и кружево. Да. Вот они, наши карманы тоже отторочены, но и по линии завышенной талии у нас кружево вообще полностью обнимает. Слушай, как бы платье. Ну, получается, дизайнерское платье, да? То есть да. У нас отторочка с прекрасными блестящими пуговицами, дальше кружево, еще есть функциональные карманы тоже с кружевами, и все это сочетание с твидовой, но очень мягкой тканью. Итак, все это вот такое действительно дизайнерское платье вы приобретаете за 1490 рублей. Я просто смело говорю, что это самая низкая цена, что такому платье прекрасного, действительно благородного, вы не найдете за такую цену. Была 3,5, и сейчас ваша выгода 2000 рублей. Ты очень правильно подметила, благородное, именно благородство, стать, шик, не знаю, это действительно какое-то английское благородство, некое такое передающееся из поколения в поколение. Красивое. С одной стороны, скромность, с другой стороны, достаток и достоинство. Вот. Я думаю, что графья носили подобные люксовые модели, скажем так. Ну вот, и мне очень нравится то, что здесь у нас стачной рукав,
абсолютно подходящим большинству фигур укороченный рукав, три четверти, и отложной воротничок. Юбка у нас с защипами, это не плиссировка, потому что плиссировка изначально на ткани фиксируется, это защипы, но это, кстати, плюс, потому что защипы не дают лишнего объема по талии, они как бы красиво драпируют нашу ткань. Вы все видите, Надя вам все рассказала, действительно, платье люксовое, 1490 рублей цена, 87 325, номер лота, звоните прямо сейчас.